В Алтайский край прилетело зимовать около 800 лебедей. Единственный незамерзающий водоем – озеро Светлое, давно стал настоящим оазисом для жизни пернатых. Почему птицы прилетают зимовать именно в морозную Сибирь? Смотрите далее. Озеро Светлое в Алтайском крае. Почти 60 лет здесь зимуют лебеди-кликуны. Причина кроется в одном маленьком секрете озера. Из-за многочисленных родников оно не замерзает. Невероятная картина. Лебеди искусно двигаются по воде, а в такой морозный солнечный день они похожи на лесной пейзаж. Птицы давно привыкли к присутствию людей и охотно подплывают к мостикам. Каждый день егерь кормит их овсом. В этом году закупили около 20 тонн, а вот хлебом пернатых кормить запрещено. От мучного могут быть проблемы с пищеварением. Такие птицы интересные. Незамерзающее озеро в советском районе, лебединое. Ехали более 200 километров, чтобы посмотреть. Это здорово. Это впечатляет. Ну вот, я думаю, что никто не остался равнодушным, глядя на этих птиц. С наступлением заморозков на водоеме птиц стало больше. Кроме лебедей, в воде можно заметить и уток. Сейчас у нас есть маленький шанс увидеть лебедей в их естественной среде обитания. А для любителей и гостей построена смотровая площадка. Отсюда можно сделать удачные снимки. Местные отмечают, что лебеди живут там, где добрый народ, а сами птицы – свидетельство вечной любви, возрождения и начала новой жизни. Лада Зубкова, Алтапресс.